А здесь вот отображен охотник, писец и женщина-нерпа. А сюжет в нем рассказывает о том, что был молодой человек-охотник, который охотился постоянно. Он не жалел ни времени, очень мало дома бывал, и так мало времени и любви обращал, то есть уделял жене. So here we can see the hunter, Arctic folks and seal woman. The hunter used to hunt a lot. He never was at home and didn't pay attention to his family and to his wife. He just spent all the time hunting. И в конце концов тут появился Лахтак, это нерпа, который умудрился каким-то образом пообщаться с этой женщиной и, в общем, ее увел от этого охотника себе в море, потому что он так много ей уделил внимания, разговаривал и выказывал свою любовь и вот к этой женщине и увел ее в море. And once when the husband was away again, it came another man to his wife, who actually was a seal man. This Lachtak is the spirit seal, who tell her that he loves her very much and he will take care about her. And she said, fine. She left the village with him and followed that man to the sea. She left her husband. Превратилась в нерпу, ну, в образе женщины, но охотник приходит домой, нету жены. Он думает, куда же она ушла? Тут прибегает его друг писец и говорит, а вот твою жену увел Лахтак. Он говорит, зачем? А он вроде бы на ней женился. Как это он на ней женился? Он же некрасивый. А вот не знаю, ты иди выясни. И вот они вдвоем в один момент, значит, поймали, вот, когда она вышла позагорать, и вот они поймали ее вот в этот момент, эту женщину, писец с охотником. And when hunter came back at home, and he couldn't find his wife, and was wondering what happened, where is she? So his neighbor, Arctic Fox, came to him and told that, look, Lachtak, this bearded seal man, married to your wife and she followed him, so she left you. And husband said, how did it happen? He's so ugly. And Fox said, I don't know, just let's go and ask him or her. So husband and his friend went to the sea, and then they just found the seal woman, came out to the rest on the shore, so they found her up there. Так вот, ну, поймали ее на берегу, значит, она, и охотник говорит, ты почему от меня ушла-то? Ты, что такое? Вот, что такое происходит? А он говорит, она говорит, я уже перешла вот к Лахтаку жить. Он такой, он милый, он со мной постоянно разговаривает, обнимает. Он меня очень любит, и я поэтому буду жить у него. Поэтому вот они ее загорбунили и этот, отвели домой. Но вот некоторое время она там этот, вот, побывала в Яранге у себя. Все-таки оттащили ее домой. Ну вот смысл в том, что женщина, как бы ты ни был очень занят, женщину надо любить, постоянно уделять много времени, потому что она тебя обшивает, кормит. They just put the headphone on her and drag her back to Яранга, back at home. And when the husband asked her, why did you leave me, she said, oh, I moved because a seal man. He loved me so much. He paying so much attention to me. He's caring about me. It's nice. I like it. But the like, idea behind the story is that you should pay attention to your wife and care about her. Otherwise, she will leave you. But he got her back. He got her back. Да, притащил назад и все-таки убедил. Ну, начал любить, обращать, да, пообещал. So he promised that he will care about her, so this is why she agreed to go back. Okay.